Ага. А, ну тогда окей. Нифига абрикосок тут. Ты помнишь, сегодня нашего 29 июля, 17 год, очень... да? Харьков, вон, мама. Ты помнишь, как 19 апреля снегом все завалило здесь? А, да, я помню. Тем более, это было весной. Весной, блин. Я думал, это на цветущие абрикосы навалило столько, что поломало ветки от мокрого снега. Я думал, вообще не будет абрикос. А ты посмотри, как ясно. Теперь это какая-то красная жила. Оранжевая жила. Так. Да, погодка, конечно. Пап, смотри налево. А ну-ка, сними. Что? Налево. Камеру поверни. Это, подожди. Ай. У нас, кстати, по прогнозам погоды уже 9 часов идет гроза. Похоже на грозу, сына? Нет, только на солнце. Это какой-то не гидрометцентр, а генератор случайных чисел. Да, абрикос, конечно, валом. И тут тоже было. Уже осыпались. Жизнь берет свое.